Сегодня югорчане вместе со всей страной отметили третью годовщину подписания соглашения о вхождении Республики Крым и города Севастополь в состав России. Во всех муниципалитетах региона прошли праздничные митинги-фестивали, в которых приняли участие представители общественных объединений, политических партий, исполнительных органов госвласти округа и местного самоуправления, а также деятели культуры и молодежь. Кроме того, в Ханты-Мансийске прямо на площади организовали мобильную телестудию для того, чтобы каждый желающий мог передать видеопривет жителям Крыма. Россия без Крыма, как дом без фундамента. И Крым без России, как дом без фундамента. И теперь у нас сложился, у нас крепкий дом, который называется Россия. Наш любимый дом. Вы знаете, на каждом такая огромная история. Это такой огромный культурный пласт. Как они любят свой полуостров, как они любят свою землю, как они любят наших россиян. Вот едешь по горному Крыму, и везде баннеры «Мы с Россией».